you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Machine Holy Play, первый сервер. Мы не Кирилл Путбулови, это мод Винг, и это будет новая рубрика Мотобудни. Думаю, такого никто не снимал, как бы будни дальнобойщика уже вам надоели, как и мне, думаю, в принципе. Поэтому я решил сделать Мотобудни. Сейчас к вам большая просьба. Кто умеет, кто знает, где можно скачать, готовый, чтобы был вид от первого лица в КРМП. Что, блин, вот реально, вот я искал 2 дня вид от первого лица. Я никак не могу найти, я уже перепробовал все, что можно. И еще, кто может скинуть мне скин, как бы, мотоэкипировки? Ну, вы поняли, в принципе, что мотоэкипировка была скин. Либо кто может под заказ сделать, буду очень благодарен. Пишите мне в ВК, ссылка есть в описании, как бы. Потому что я хочу очень серьезно заняться этой темой, как бы. Поэтому обязательно... Кто может, помогите насчет вида от первого лица, чтобы я мог ездить на мотике, блин, это было, будет очень круто. Как бы я очень того хочу, и скин, мотоскин нужен, чтобы я мог поставить на этого чудика мотоскин. Сейчас я заеду еще посмотрю скины, ну, сами в самой игре, я не помню, может там есть похожий какой-то хотя бы. Блин, потому что так ездит, а это пиздец. Думаю, сами понимаете. И пишите, заменять ли мне Yamaha на какой-то другой мотоцикл. Из всех мотоциклов мне, знаете, какой нравится? Это вот Yamaha R1, вот такой вот. И Honda CBR 1000RR. Ну, думаю, тоже знаете этот мотоцикл. Короче, погнали. Чё вообще будет сниматься в мотобуднях? Я думаю, знаете что, покатушки устроим, как бы я хочу с Monroe. Monroe вроде бы тоже Yamaha есть, я точно, честно, не помню. Можно будет с ним еще катнуть. Как бы вы тоже покупаете, есть квадроциклы, есть в автосалоне, как бы... Да, есть квадроциклы, 4-колесные, 2-колесные, по-моему, есть. Есть этот, как его, байкерские мотоциклы, они все недорогие. Есть еще один мотоцикл, Ducati, по-моему, да, есть вот Yamaha. Ну, это Suzuki там у них, точнее, Hayabusa. Но все же, будем мусорить крутые покатушки, блин, не знаю, можно будет с мусорами именно погоняться еще. Так, стопи. Вот это было вообще круто, чуваки, блин. Просто я реально хочу, чтобы... На мазинке, вот даже вот такие мотики есть, чуваки, тоже вот такие покупайте, будем вместе кататься. Реально будем кататься вместе, просто отрываться по полной, по катушке будем устраивать там. Ну вы понимаете, думаю, в принципе. Так, я походу проехал магазин этот. Давайте за этим, я сейчас посмотрю, какие там скины есть, может что-то подберу, хотя бы на время, потому что с таким скином ездить, ну, это стыдно. Да, пока что я ничего такого не наблюдаю вообще. Мне нужен именно скин такой охуенный, чтобы шлем был, знаете, блин. И кому нравится эта тема насчет мотобудни, обязательно ставьте лайки и пишите в комментариях. Просто обязательно. Реально, такого скина нету, блин. Я тоже перелазил все сайты, блин, ну нету нигде скина с мото экипировкой, блин. Ну с мото одежды, вы поняли, в принципе. Ну нету нигде прям. Не, есть, блядь, но не такие галимые. Это жесть. Реально нормальных нету. Блядь, это вообще байкер. Священник вообще. Ну, блин. Ну, это тоже не то. Мне реально нужно именно с мотоэкипировкой, блин. Чтоб прям четенько было. Я еще сам поищу, но, блин, у кого есть, что знает, ссылочку, напишите мне в ВК, повторюсь, ссылка будет в описании. Ну, реально, просто я хочу, чтобы прям все до идеала было. Все четенько прям. Все охрененно, чтобы было. Надеюсь, вы поддержите мою идею насчет мотобудни, это будет очень круто. Блин, у меня идей много, но если бы это все реализовать, вид от первого лица бы, скинец бы вообще было бы просто охрененно, отвечаю. Было бы просто божественно. Кстати, мой таксопарк, он еще мой, давайте посмотрим, просто я на основе домой, конечно, сижу 15 минут, никак не могу отсидеть. Да, он еще мой. Кстати, таксишек нет, видите, работают люди, нормально. Так, ну почти на желтый проехал. Да давайте заправимся, заедем. Блин, реально, я просто хочу, чтобы было круто. И пишите, заменять мне вот этот мотоцикл, либо на нем уже ездить. Как бы. Я бы заменил бы, знаете, на что? На Honda 1000RR. А что мне не хватило бензина туда? Во, все. Полный бак, можно ехать.
И, кстати, давайте сейчас я вам включу звук, как бы у меня звуки замененные, и послушайте, как звучит мотоцикл, и напишите, ездит со звуком или без. Вот, звук этот. Ездит со звуком или без, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что я не знаю, блин. И слышно меня нормально, когда я еду, потому что, ну, я, в принципе, сам пересмотрю, но вы тоже можете написать. Слышно нормально или нет? Ох, ты икса купил. Это иксов так мало на сироте. Короче, напишите, нормальный это звук или нет. Или ездить лучше без звука. Ну, а я пока покатаюсь без звука, в принципе. Ну, а вы мне напишите в комментариях. Я просто хочу, чтобы было максимально атмосферно. Прикиньте, если был бы вид от первого лица. Это ж просто бомба, блин. Это просто великолепно будет. Реально, я просто все пересмотрел. Негде. Негде найти мне. В ютубе перелазил, блядь. Там... такое пиздец непонятное. Реально. А я очень хочу вид от первого лица, чтобы вообще было просто реально очень атмосферно. Скинец еще хочу. Чтоб прям, блин, как в реальной жизни, вот серьезно, чтоб прям реальность была полная. Кому-то я не в игре и этот, а в реальной жизни, короче. Воу-воу-воу-воу, полегче, малыш. Да. Стоп, у нас только, блин, видели, тогда на светофоре получилось, что не получается. На стопе. Оп. И на цепа. Я, видите, аккуратненько уже ездить буду на нем. Я перекрасил в красный, потому что какой у меня фиолетовый был, да, мне он не очень что-то красненький, такой нормальный вроде смотрится. В оранжевый обратно не захотел я его перекрашивать, в принципе. Так, давайте здесь проедемся. Надеюсь, нас не накажут за это. Надеюсь, нет. Ну, как бы, блин, мы же на мотоцикле едем, не на машине. Поэтому, думаю, это все нормально. Это такая пилотная будет серия, блин, не знаю, понравится вам, не понравится, но, как бы... Я хочу, чтобы вам понравилось. Как бы, если вы мне поможете насчет вида первого лица со скином, я думаю, видосы будут вообще обалденные просто. У меня реально куча идей прикольненьких. Но, блин, в таком формате не очень снимать, как бы, не от первого лица. От первого лица было бы прям божественно просто. Думаю, сами это понимаете. Это было бы реально круто. Так что надеюсь на вашу помощь насчет вида от первого лица, скина. И напишите, со звуком ездить или без. Может, вам звук раздражает, не нравится он. Я не знаю, мне, в принципе, пофиг, как бы. Звук, не звук. Так... Опа, это было красиво, согласитесь. Ну, как бы, Хаябусу я как бы убрал, заменил обратно на вот такую Ямаху. Думаю, вы ее тоже все знаете. Моя Ямашка. Конечно, на снова думал перекинуть, но, блядь, нахера, в принципе. Буду лучше на твинте кататься на ней и все. Наслаждаться. Оп. О, вот это было прикольно, кстати. Немного проехались, я даже не ожидал. Ну, блин, реально, мотик — это тема, пацаны. Я вам, помните, когда у меня еще Ямаха была с номером 3MT5, я вам говорю, что мотик — это тема, реально, кто помнит. Вообще, ну не можно такие чудеса творить, я вам отвечаю. Давай сейчас прыгнем даже. Оп. Ну, это тоже было чудненько. Оп. Ну, реально, блин. Просто, если мы такой бандой бы ездили, реально, там, хотя бы мотоциклов 5. Неважно, какие мотоциклы, Ямаха, Восход, что там еще есть. Квадроциклы, неважно. Конечно, скутеры нежелательно, желательно именно мотоциклы, потому что скутеры, ну, блин, сами понимаете. Скутер есть скутер. Там не мотоцикл, не квадроцикл. Вот Ямахи там, это можно. Ямахи эти, как его... Явы, ежи, квадроциклы, четырехколесные квадроциклы. Было бы круто реально кататься вместе. Там, не знаю, можно было бы копов пагрить даже. Блять, не получается. Хотя мы нормально проехали, да? Надо именно прямо проехать. Сейчас надо пробовать будет проехать именно. Надо скорость ему, по идее, набрать, да? И вот так вот. А не, он жопу что-то заносит. Не знаю почему. Ну ладно. Оп.
Рельсы. Блин, надо не черкать, пытаться не черкать жопой, чтобы более реалистичнее было. На нем тоже нелегко, конечно, так делать. Но это Yamaha, ёпта. R1. Ну, думаю, в принципе, это будем заканчивать. Это такая была пилотная серия. В принципе, я вам все объяснил, рассказал. Все зависит от вас. Если вам понравится, вы поставьте лайки. То будем снимать эту рубрику. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сей радио, ждите новых серий. Всем пока-пока. I'd be crying all night, cause I was from the city. She was